Друзья, всем привет, с вами магазин Модерн, что мы продолжаем тему хорошего автосвета, и сегодня у нас в гостях самый мощный в своем бюджете светодиодные линзы от компании Viper. Встречайте модель под названием Терминатор. Звучит довольно-таки угрожающе, да, действительно, это интересные светодиодные линзы, выглядят вот таким вот образом. Их мощность, представьте, составляет на ближнем и дальнем свете 100 Вт. Довольно серьезная заявка. Выглядят они вот таким вот образом, значит, подходят они в оптику, где изначально установлены линзы, то есть для замены, но и в рефлекторную оптику установку никто не отменял, можно и туда, в принципе, их поставить. У них очень мощный кулер сзади, обратите внимание, два мощных очень светодиодных чипа, светят белым, 5500 кельвинов. Далее, по подключению всего 4 провода, это получается, за ближний отвечает красный, черный, и получается у нас голубой и белый, это за шторку дальнего света. Сейчас мы данные светодиодные линзы подключим к питанию 12 вольт и покажем, как они светят. Вот сейчас подключим на ближнем свете и, кстати, померим их реальную мощность. Для этого у нас есть приборчик. Включаем. Вот такой белый свет. Ну, идем на импровизируемый стенд. Вот так они светят. Конечно, сложно на нем понять, насколько они офигенно светят, но вот даже по опыту, сколько мы светодиодных линз подключаем, уже на глаз видно. Реально очень мощный, насыщенный свет, яркая очень заливка. Хороший сфокусированный пучок света. Очень широкий горизонт сам по себе. И данные светодиодные линзы, кстати, забыли отметить, идеальны для пузатерок. То есть это для седанов, хэтчбеков и прочих такого рода автомобилей. Сейчас еще включим дальний свет и покажем, как реализован он. Сейчас подключим. Сейчас включаем дальний свет, вот отключим, включим дальний, поднимается шторка, появляется дополнительный очень яркий пучок, реализация дальнего света тоже достойная внимания и, на наш взгляд, одна из самых лучших. Вот именно дальний свет будет здесь реально крут, вот яркое такое пятно вокруг, тоже такое освещение довольно серьезно, друзья. Ну и теперь давайте поговорим о реальной мощности данных светодиодных линз. Для этого у нас есть приборчик, который показывает силу тока, напряжение. Эти два значения перемножаем, получаем реальную мощность. Друзья, вы видите, 103 даже показывает с погрешностью. Но, друзья, 103 ватта, ой, точнее 100 ватт здесь, как и заявляет производитель, есть. Тогда как обычные светодиодные линзы идут в среднем где-то 60-70 Вт. Эти реально сотка. Для тех, кто хочет получить сверхмощный яркий свет в своем бюджете, а цена их составляет на октябрь 2023 года где-то в районе 12,5-13 тысяч рублей. Следующий уровень — это уже реально только лазерные линзы. Ваше внимание, вот он, яркий представитель хорошего света, мощные конкуренты компании Azum и самые мощные в линейке Viper Terminator. 3-дюймовые светодиодные линзы в наличии. Магазин Модерн.